финале участвует наш российский спортсмен. Итак, на ковре Абдулсалам Мирахметов. К соревнованиям готовился он с 3 лет. Все приемы борьбы изучил досконально и исполняет их очень оригинально. В 12 лет он стал чемпионом страны, а в 20 чемпионом Махачкалы. Всех в Дагестане он поборол досконально, при этом многих очень оригинально. Ему противостоит спортсмен из Канады. Он чемпион прошедшей Олимпиады. Но Абдулсалама это ничуть не шокирует, а наоборот дополнительно мотивирует. Спортсмен из Канады очень силен и опасен, с чем Мирахметов категорически не согласен. В интервью он сказал, мол, я его не опасаюсь и его маму выиграть собираюсь. Исход поединка он предсказал досконально и описал его очень оригинально. И вот наш Абдулсаламчик проводит захват. Очевидно, канадец захвату не очень рад. Глаза его вылезли из орбит досконально. При этом кричит он очень оригинально. Канадец про Абдулсалама ни разу не слышал. Ведь Мирахметов месяц назад только вышел. Канадец не может поверить своим глазам, которые хочет выдавить Абдулсалам. Но тренер Абдулсалама не очень доволен. Кричит ему, сконцентрируйся, ты же воин. Почему твой соперник не побежден досконально? Ты борешься недостаточно оригинально. После тренерских слов в бою наступил перелом. Абдулсалам завязал канадца узлом. Вот он над жертвой склоняется сексуально. И тренеру маякует, мол, все нормально. Однако канадский противник очень хитер. Он начинает прятаться под ковер. Но под ковром внезапно слышит салам. Там его ожидает Абдулсалам. Внезапно канадец проводит коварный прием. Он убегает подло в дверной проем. Но в дверном проеме слышит привет. Там брат Абдулсалама Абдулсамед. Абдулсамед возвращает борца на ковер. Шея канадца цветом, как помидор. Лицо его страхом искажено досконально. И глаз задергался очень оригинально. Но в этот момент судья прерывает бой, чтобы канадец живым вернулся домой. Абдулсалам берет золотую медаль, а серебро судья его брату отдал. Канадец согласен с решением судьи досконально, хоть было оно достаточно оригинально. Ну что ж, наш репортаж подошел к концу. Скажем спасибо Абдулсаламу отцу, который их таких детей воспитал досконально. И репортаж для вас этот сегодня провел оригинально. Досконально.